Муся. Муся очень грустная. Мусион. И уже обижена, потому что она как чувствующее животное, чувствующий член нашей семьи, всегда чувствует, когда мы куда-то уезжаем, когда мы совершаем по отношению к ней подлость, как она считает. Да нет, мы тебя любим. Мы тебя любим, мы тебя любим. Алла смотрит примерно. Что еще не изучено? Примерно в то место, куда мы сейчас летим. Дело в том, что это грех моей молодости. В далекие-далекие годы это было 40, 50, 60 лет назад. Ну, в общем, очень давно, да, мы разговаривали про эту страну, про это место. Алла сказала, я очень хочу там побывать. Я говорю, Алла, обязательно побываешь. Ну, так получилось, что за эти годы мы были где-то рядом, проезжали мимо, откладывали на завтра, откладывали на послезавтра, на следующий год. Ну, вот так все сложилось, и так мы летим. Мы летим. Не уходите далеко. Исполнять свою мечту. Да, не уходите далеко. Наше путешествие, наше приключение начинается. И вы будете первый, кто об этом узнает. Алла. Да. Твоя мечта приближается. Вернее, как? Мое исполнение твоей мечты приближается. Да ты что? Да, ну, обещал, надо выполнить. Не говори, 40 лет обещал. Я же мужчина, да, или как, да. А я очень хотела в эту страну попасть. Кстати, многие уже начинают догадываться. Покажи, в советское время ездили мне, только все начальники, я не успела. Покажи мои босоножки. Угу. Видите? Да, да, да. Многие начинают догадываться. Едем в босоножках. Да. Значит одеты куда? Легко. Наверное, в Таиланд. Да. Ну, пойдем. Алла, ну что, будем открывать тайну? Да уже открыто. Да? Открываем? Все уже поняли. Нет, еще немногие не поняли. Алла, навстречу лету? Да. Или осени? Весной. Там все должно цвести. 29 градусов, говорят. Ну, обманывают опять. Xonimlar va janoblar, Uzbekistan Airlines aviakompaniyasi samolyoti safiga xush kelibsiz. Bizni tanlaganingiz uchun minnatdor. Kemalar parmoqlari taqilgan bo'lishi kerak. Qulfning ikkita halqasini bir-biriga kiritib, uchidan tortib moslashtiring. Samolyotning old, o'rta va dum qismida joylashgan 8 ta avariya chiqish yo'llari havoga to'ldiriladigan. Qo'shimcha ma'lumotlarni xavfsizlik bo'yicha yo'riqnomadan bilib olishingiz mumkin. Avtomatik holatga keltirib, stolchalarni yoping va xavfsizlik kamarlarini taqib oling. Sizga yoqimli parvoz tilaymiz. Uzbekistan Airways aviakompaniyasini tanlaganingiz uchun Thank you.
увидев мой рост, стюардессы дали мне 2 порции. Сказали, что принесут 3-ю. Вот, я тебе свою отдам. И настоящее узбекское вино. Редкой красоты. Аэропорт города Ташкента. Таксистов больше, чем пассажиров. А тепло-то как надо, прохладно. Алло. Я не верила, что так у вас тепло. Как не верила? Когда я тебя обманывал? У нас вот такие сугробы стоят, вот такие. Ой. У меня вот так вот все в голове. Ассаламу алейкум, алло. Аллаха. Как вам полет? Отличный полет. Просмотрела 16 фильмов. Ой, вообще, 15 мультиков. Такой самолет хороший. Объела, кормила. Объела весь экипаж. Ой, узбекские авиалинии все-таки на высоте. Не ожидала. Хорошо накормили? Очень. И накормили, напоили. И так было легко пролететь. Фильмы включили, смотрели, все. А тут приехали, закат солнца. Ты посмотри, какая прелесть. Цветут павлони, видели деревья? Это местный редис, он растет как дерево и цветет невероятно красиво. Ой, они какие-то прям розовые, да? Да, да. А представляешь, какой редис размером будет, Ал? Итак, мы в Ташкенте. Температура плюс 30. Таксисты нас... увеличивается 29. Таксисты нас встречали так, как будто мы, не знаю... звезды Голливуда, Болливуда, вернее, Болливуда, звезды Болливуда. Сначала, дорогие подписчики Владимира и Аллы Котов, я Шасын, Узбекистан, мы встретили их в Ташкенте, начинается их путешествие по Средней Азии. Кушкилепсис. Кушкилепсис. Добро пожаловать. И вот до этого все, что вы слышали, если вам показалось, что вы все поняли, просто вы понимаете узбекский язык. Узбекский язык очень простой. Если прислушаться, он такой же, как русский. Салам алейкум, дорогие друзья. Трасса, так называемая, которую у нас, вот я рассказываю уже, то есть где президент ездит на домой, на работу, ну и прачи. Петруша. Петруша? Петруша. Вов, тебе не только кошки. Салам алейкум, Петруша. Ну и Петруша. Ассалам алейкум. Это канарейка или попугайчик? Это лютина. Лютина? Попугайчик. Как? Попугайчик. О, ой, вот ассалам какой. Алейкум. Поздравляю тебя с праздником, Петруша. Кушать будем, Петруша? Петруша, какой ты хороший. Петруша. Петруша хороший? Хороший, Петруша. Сейчас что-нибудь разговаривается. О, ухо. Ай, щекотный какой. Петруша, ой, ты привет. Хорошенький. Петруша, ой, щекотный. Щекотный. Петруша, привет. Хороший звук. Вов, какой прием, а? Здесь. Вот это для вас. Президентский. Президентский. И это наши друзья нашего канала. Павел. И Инна. В пандемии, как раз вот когда начался вот этот локдаун, мы примерно в этот момент обнаружили вас. И это так скрасило вот этот локдаун, да, запоями смотрели все ваши европейские путешествия, причем многие места, где мы бывали, где нам очень понравилось, что вы
ездите так же, как мы, сами разрабатываете маршруты, берете всегда машину. Мы тоже всегда берем машину, всегда сами ездим. Ну, из-за детей мы не такие мобильные, немножко меньше у нас локаций. Но ну, вот скоро, наверное, мы тоже так будем уже. Апрель месяц. Юсуповские помидоры. Да, в Узбекистане прямо вот на улице можно практически найти вот такие помидоры. Да. Ну а что тут? Некоторые даже не знают, что в Узбекистане помидоры можно на дереве сорвать. Да, на дереве. Да. А какие деревья мы здесь красивые уже видели. Все в цвету. Еще раз, ребята, как деревья называются? Церцис. Церцис. И павлония. Вот то, что сейчас цветет. Церцис, но павлония. Я думаю, мы завтра это все заснимем. При дневном свете. Все, садимся. Вот. Все. Всем приятного аппетита, доброго вечера. Камеру выключаем. Да, нам приятного аппетита. А нам приятного аппетита. Гуляем по ночному Ташкенту. Что удивительно, в Ташкенте для меня лёвы ночные спящие. Любимое развлечение в Ташкенте — стучать по груши кулаком и смотреть, сколько у тебя баллов. Вы не представляете, вот здесь на бульваре таких штук более 20. Можете представить? Вот, слышите грохот? Молодецкую удаль показывают.